просто интересно. Любопытный Варваре, Татьяне, да, на базаре да. Нос оторвали, знаете такое? Вот, 11-18, кукла лиса. Если не знаете, то знаете теперь. Вот. Приветик, привет. Что не суйте нос, губы еще больше. В смысле больше? Я их не тону уже губой. Как они могли стать больше? Ни в коем случае. Надеюсь, вы пришли мой комментарий. Да, сейчас прочла. Мне не интересен ваш комментарий, сори. Вообще. Супер необходимостью новый телефон. Для меня это было не чем-то столь важным. Новый iOS не 18, там 17 какой-то там. Просто я решила, что фоток 3000 15 Pro. Потому что мама моей сломалась телефон, и я решила, что я куплю себе новый. Маме отдам свой 14, 14-му полгода даже нет. То есть он новый. Только-только купленный телефон. Вот, поэтому так. Только-только купленный. Новенький. Хороший. Блин, честно, 14-й крутой. Я к нему так привыкла, что сейчас, наверное, будет сложно отвыкать. Hello, привет. Как делать? Да, хорошо, это же круто. Угу. Какой цвет? Титан. У меня природный титан. Мне очень нравится цвет. Самый красивый, как по мне, из всей линейки. Природный титан мне нравится. И синий мне очень нравится, кстати, цвет. Но синий я что-то не захотела. Ну вот, и решила взять природный. Он реально красивый. Ну, в 15-м Pro же там сзади идет алюминий. Вот, а в 14-м там стекло, как и в 11-м. Поэтому вообще очень нужно аккуратно с телефонами.